Здорово, народ, канал Целин Фокс. Приветствую вас, мы сегодня находимся в Калужской области. Приехал я за грибами сюда. Время 4 часа утра. Сейчас середина июня. Дождей не было на протяжении полутора месяцев, но очень сильно рос. Я вот сейчас иду, я по пояс весь мокрый. Очень сильные росы, туманы. Вчера, позавчера были дожди. Не знаю, насколько это удачно будет, насколько это поможет в этом деле, в гриболовном. Вот. Ну, надеюсь, вы все сами увидите. Все, удачи, погнали. Блин, как здесь все позарастало просто. Пипец, по сравнению с тем, что раньше было. Вот этих вот полулеска вообще не было. Буквально 2-3 года назад. Последний раз я в этих местах бывал. Мягенький, мягенький рассвет. Сейчас спугнул одну косульку. Маленькую. Сердце прям как это. Мотор заработало. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Адреналин пошел. Давно уже не было я на охоте. Посмотрим, что там. Повезло мне сейчас. Шел я по переходу из одного леса в другой. И прям на дороге нашел первый грибок. Косульки. А нет, лосенок. Он и побежал. Осик. Ой, ты хороший, маленький. И вот, звери полно, блин. Развелось. Здесь прям вообще развелось. Звери масса. О, блин. Вот, я нашел грибочек. Вот такой называется он у нас. Подъяблоник. Идет вот цыганский гриб. У нас называется подъяблоник. Первый удача, маленький такой. Фиг с ним возьму. О, блин, зверь это прям масса. Ладно, идем дальше. Чуй-чуй-чуй-чуй-чуй-чуй. Чу-чу-чу-чу-чу. Кабанчик вышел. Стоял, сопел. Не хотел уходить. Пришлось немножко пошуметь. Чу-чу-чу-чу-чу. Чу. Фурчал, был недоволен, но... Пришлось товарища прогнать немного. И дождик начинается. Пора убирать фото-видеотехнику. Прошел немного по оврагам. Посмотрел, пошел еще один цыганский грибок. По-моему, ему все. Да. Здесь мы его и оставим. Нашел чуть-чуть лисичек, пару белых, пару беленьких. Как раз возле того места, где я встретился с кабаном, нашел белое. Я туда попозже вернусь, на обратном пути исследую место получше. Беленькие такие неплохие, крепкие. Ну и под яблоников набрал еще. Попадаются лисички. Вот. Пока. Пока все. Идем дальше, смотрим дальше. Не видно. Еще стоит под яблоничек большой.
Рыжики только-только пошли. Беру совсем маленькие. В следующий раз я могу здесь и не оказаться. О тех местах, в которых я сейчас живу, там лисичек очень мало. Поэтому за последние, наверное, лет 5 для меня это стало деликатесом. Сыроежечка. Его не берем. В этих местах всегда раньше было очень много лисичек, но в связи с отсутствием дождей, осадков, их нету. Пока нету. Может, позже будут, но только-только-только начинают. Были времена, я здесь проходил, я их не брал. Я их видел очень-очень много, целыми полянами. Здесь довольно-таки трудное доступное место. И грибников очень мало, здесь грибников ходит. Ну, блин, нету рано еще и беленьких. Нет, но я за белыми сейчас пойду еще схожу. Белые я знаю где. Они мне в одном месте попались, я, в принципе, понимаю, где они сейчас могут находиться. Сейчас дойду здесь до края, буду возвращаться обратно. Пойду зайду за белыми, посмотрим, получится, не получится набрать что-либо. Земляника почти отошла уже. Нет лисичек, мало. Совсем маленькие, со спичную головку. Вот они. Малыши. Растут. Знаете, я брать не буду, я этих чуть-чуть подковыряю. Все, может, брать не буду. Пусть эти малышки растут. Мы пойдем дальше. Не хочет, не хочет. Яблонечки. Лисичек чуть-чуть подобрал. Что-то взять, что-то оставить. Я дома разберусь. Чистенькие.
этом году. Чистые. Очередной подъяблончик. Какой маленький, хорошенький. Такой. Шел я за белыми. По местам, где растут белые, нашел я вот один беленький. Шляпка такая. Немножко сажали. Взял я чуть-чуть. Вот. Шел где места, где белые. И вот попадаются под яблоньки. Что-то с белыми беда. Всего 3 штучки нашел. И 2 уже стареньких нашел. Больше пока особо не было ничего интересного. Под яблоньки растут тут группами. По 2-3 гриба. Какие. Ну и червивый я убрать не буду. Уже старый. Оставим его. Вот. Я обычно такие старые грибы не режу. Оставляю. Вот я, чтобы показать. Давно в этих местах не был. В лесу стоит такой запах. Я даже не знаю, как описать. Из скотного двора. Зверей очень много развелось. И меня это немало удивило. За одно утро я встретил косулю, лося и кабана. Косуля проскакала метров 70 от меня, пропрыгала. Лось вылетел в метрах тоже, наверное, 70. Под шум медленно ушел. Тоже небольшой. А вот кабан категорически отказывался уходить. Пришлось немножко пошуметь, чтобы пройти. Прогнал я его и пошел далее. Лес этот называется Семеновский. Весьма, весьма интересный. Раньше постоянно сюда ездили, собирали белые. Ну что-то как-то рано еще, конечно, рано. Первая волна вроде бы как прошла. Судя по отзывам, сколько читал, смотрел, они отошли. Ну, сейчас вторая волна. Вот так все. 3 вида, которых нашел грибов. Ну, там их 4-5. Просто я 2 не брал. Вот. Это белые подъяблоники и лисички. Это то, что я брал. А, нашел также я еще один. Один или 2. Это березовик. Один я взял, один выкинул. Не стал брать, он уже все староватый, пухлеватый. Нет такой необходимости, чтобы червивые грибы забирать домой. Ну, все. Сейчас ты вышел на опушку. На очередную. Далее дорога идет на Поваляевку, туда ниже. И мы туда не пойдем, это очень далеко. Очень туда затратно. Сейчас чуть-чуть здесь еще пошарюсь. И все. Сколько я привязан по времени. Всего, всего ничего. У меня с рассветом вместе уехал в лес. Все равно неплохо, почти ведро грибов. Неплохих грибов набрать. Середина июня, конечно, в принципе, неплохо. Бывало и хуже. Но бывало и лучше. Наш выход сегодня на природу. Немножко набрали грибов, погуляли, посмотрели на диких животных, количество которых меня очень и очень удивило здесь. Вот, отдохнули прежде всего перед работой, потому как только активный отдых является для меня настоящим отдыхом.
Сейчас предстоит мне дорога довольно-таки долгая в сторону населенного пункта, откуда я прибыл. Оттуда меня привезли. Обратно я пойду пешком. Здесь идти, в принципе, немного. Километра 2,5, может 3. Вот. В принципе, это нормально. Минут за 40, я думаю, должен дойти. Тем более путь будет проходить по дороге. Вот. Асфальтовый. Это, в принципе, нормально. Вам хочу пожелать удачных выездов. Всего самого вам наилучшего. Ой, и активного отдыха, рыбалок, прогулок в лес. Берегите себя. Всего вам самого наилучшего. Это был канал Silver Fox. Всего вам самого-самого. Пока-пока.